Увидел в интернете очень интересный, занимательный ролик. Сейчас я его вставлю. Так, друзі, для тих, хто хоче Mazda CX-5 і не хоче чекати з Штатів, а купити на місці, знайшов шикарний варіант, як написано в об'яві «Авто вартує уваги». Вот. Подивився фоточки, норм все. По номеру, значить, пробив він код по страховці і подивився, що з нею було на аукціоні. В принципі, ну, як бачите, тут удар не сильний, і буквально крило капот чуть-чуть тут так загнуло не сильно. Вот. Все решта з питань, буквально, от мені єдине, що не сподобалось, це те, що в салоні, видно, хтось курив і чуть-чуть пропалив сідушку там. От, трошки дирка. От, а так, в принципі, зато, дивіться, зато вона куплена за 425 баксів. Тобто ви можете спокійно, вона йому вийшла десь в Україні приблизно, значить, 1004-5, можете спокійно писати знижку, ще штуку дві скине. Все, не дякую. Казалось бы, прикол. Но я-то понимаю, что эту машину я уже где-то видел. И я вспоминаю, что на одной из летучих планерок мы обсуждали эту машину, и это был приоритетный автомобиль нашего заказчика. Есть программа автономера. Верхний автомобиль, который попал в поле нашего зрения, вот госномер его видно, заходим в серединку. Смотрим на этот отчет. Рекомендуемая цена 23 900, нифига себе. Ну, окей, да ладно. Самое интересное здесь в самом низу. Значит, вот фотография автомобиля, купленного на аукционе. И это действительно правда. То есть вот этот вот автомобиль был приобретен в таком состоянии, восстановлен до нормального. Заморочился человек, молодец, красавчик. Но слабость материала, сопромат в институте все учили. Про прокуренный салон, забытый бычок. Вот действительно, вот такой вот салон был после того, когда был пожар. И самое противное, что вот такие вот автомобили ездят по территории Украины. На самом деле, это все пазлы одной истории. И для этого заказчика должен был, возможно, выбраться этот автомобиль. Но сегодня история не о погорельце, сегодня история об утопленнике. Друзья, всем привет! Хотели бы вы купить себе утопленника? Ну, большинство наверняка скажут, точно нет. Но у нас сегодня утопленник. Заказчик захотел этого утопленника посмотреть на подъемнике. В заявке у нас Mazda. Mazda CX-5, бюджет до 24 тысяч долларов. Год от 18 и выше, обязательно с пробегом до 50 тысяч. Доброе утро. Утро начинается с осмотра черного автомобиля, который по совместительству является утопленником. И вот насколько может быть классный утопленник с пробегом 17. С пробегом в 17 тысяч? Сейчас будем разбираться. Предыстория следующая. Искали мы, искали всяко разные автомобили. Заехали в Черкассы к парню, который продает автомобили из Америки на осмотр одного из машин. И он говорит: парни, а у меня есть еще утопленник, посмотрите на него, и вы точно не пожалеете. Сейчас возле второй, две машины у него, белая и черная. Черная была подтоплена по уровень порога. Пробега у нее 18 тысяч километров. Ну, я бы подтопленную не брал, потому что уже было окисленное днище, что будет ржаветь и тому подобное. Понятное дело, что наш Андрей Александрович это не советует приобретать, но тем не менее парень говорит: а вы посмотрите, потому что я издавал специальную компанию, которая восстанавливает автомобили после потопа. К тому же он не сильно был и притоплен. Учитывая то, что этот автомобиль не имеет ни единого подкраса, учитывая то, что этот автомобиль имеет 18, практически 18, на самом деле там 17 с копейками тысяч километров, почему бы и не посмотреть при условиях заманчивой цены. Парни у нас решили не дожидаться 9 утра, пока откроется СТО, а сразу же наброситься и посмотреть, что же с этим автомобилем по покраске, по снималось, не снималось, где что откручивалось. Ну, в общем-то, полезно, интересно, занимательно, возможно. Но сейчас приедет ключи от СТО и начнем уже смотреть этот автомобиль снизу. А с учетом того, что это утопленник, то будем смотреть разъемы. По официальным данным, все разъемы здесь обработаны неким каким-то таким химическим веществом, которое разъедает коррозию. В общем, здесь ее априори не должно быть. Но так ли это? Загоним на подъемник и посмотрим.
тут все хорошо. Я не вижу, что здесь вода заходила в салон. Так. Ну тут видим, что обшивка на месте. Если бы она бы плавала бы, этой обшивки не было, она бы загнила и цвет поменяла бы. Снизу здесь тоже. Мы смотрим, ткань белая, подушки. Кстати, а пока мы имеем глючок. Где тут? По официальной версии, это прикуривали автомобиль и машина. Прикуривали автомобиль и машина потеряла связь с замком задним. Я уже что-то как-то отвлекаюсь. Я хоть лапы погрею. Тепло. Хорошо. Ну что, очень красивый, даже помытый. Многие элементы с него, в принципе, не снимались. Не расстегивалось. То есть утонул он тогда, когда он не был запущенным. Но утонул. Ладно, смотрим. То здесь, если бы она плавала, тут была бы коррозия. Однозначно. Крылья не крутились. Капот тоже не крутился. Ребят, наверняка всем станет интересно, почему же три эксперта сразу осматривали автомобиль. Ну, все очень просто. У нас понедельник планерка, поэтому мы все собрались в кучу. Ну как, не все, но те, кто приехали. Кстати, почему снимаю на фоне разваленного своего автомобиля, об этом будет отдельное видео. Так вот, вернемся к Мазде. Лично для меня было очень интересно посмотреть, что такое утопленник вживую. Мы их раньше никогда не видели, потому что мы их отсеивали. То, что я увидел снизу, я был поражен. Ну, в общем, коррозии здесь не так и много. Так, вот еще болт надо. О, вот они, клеммы. Понял, за шуруповертом пошел. На, тут чистенько. Здесь чистенько. Сейчас назад соберу. Там не надо, да, да, да. Вот это самое. Пальцы подошли. Да. Причавили. Так, тут хорошо. Здесь тоже чистота. Где наш повод для торга? К чему прицепиться, а? Андрей Александрович, можешь эту фишку скинуть? Чистота – залог здоровья. Окей. Ладно, собираем. Так, хорошо. Сейчас еще раз пройдусь по двигателю. Тут чистота. Там лямбда стоит. Так. Здесь есть рулевая сапога. Тут точно не помню. Нигде ничего. Любо-дорого. Недолго он плавал. Недолго мучилась старушка на высоковольтных проводах. Посмотри, он
теперь уже не списала. Ну, почти не окисленные. Да, окиси нету. Ну, ты там тоже окиси нет. Где? Ты уже снимал? Да. Вот здесь хорошо видно. Чувствуешь, он вообще новенький. В принципе, здесь, да, кроме сена, ржавчины еще никакой нету. Это елочка была. Одна всякая. Елочка, кстати, еще американская. Так мы уже столько елочек отсюда подоставали, американских. Забивай в колен. Давайте срочно это дело скурим. Говорят, у них елочки вкусные. Не знаю, не знаю, я уже с 19 лет не курил. Так, ну в общем, паутина. Надо брать, пока елочку не забрали. Так, окей, собираем обратно эту сторону. Было, да, или что? Нет. Да нет. Нет, это формовка такая. Да. Собираем. Это как раз тот случай, когда машина действительно сделана хорошо, сделана на совести. Парень, который с Черкас приехал сюда, к нам, то он говорит абсолютно, парни, заглядывайте куда хотите, делайте что хотите. У меня вот есть полдня времени, успеете, успеем. Мы разобрали, позаглядывали в труднодоступные места, туда бы кто вообще хрен бы полез, но пока все хорошо. По всем разъемам, под бампером, под капотом, везде все действительно снимали, везде все чистили. Не только, увы, но и ах, повода для торга остается минимум. Когда ползали по салону, снимали разъемы, есть какое-то там видео, где оно все вот так вот скачет, даже показывать этого не буду, потому что с точки зрения оператора, очень мрачные съемки, в общем, поверьте, лазили мы и в салоне, и под ковром, и везде, где можно было достать, по разъемам, везде все ровно. Давно на самом деле наших парней не сопровождали парни на кукурузерах. Ну, я, честно говоря, изначально не обратил внимания, что он приехал не один. Эта машина приехала вместе сразу за ним. Ну, такое дело. Парни поехали проверять дистроник, да и вообще, как машина на ходу. Мне там особо делать нечего, потому что и так уже 4 человека в машине, 3 из которых на одной стороне, один на другой. Соответственно, не глупо было бы сразу понимать, что поехала за ними охрана. Ну, мало ли, вдруг там выкинут с машины или еще что-то. Ну, в нашем формате это точно невозможно, но понимая людей, что такое может быть, запросто можно этого бояться, потому как сейчас и, в принципе, людей выкидывают на светофорах из машины. А здесь приехал на какое-то незнакомое СТО в чужой город за 200 километров от родного дома, неизвестно куда. Поэтому понимаю людей. Значит, по автомобилю. По автомобилю, как ни странно, недостатков там, ну, в принципе, минимум. Где-то там какие-то клипсы сломаны, где-то еще что-то, как правило, под днищу, поцарапаны по периметру лакокрасочное покрытие. Там царапинка, там вмятинка. Ну, такое, от обычной эксплуатации. Сказать, что машина плохая, не могу. Единственный минус того, что мне не нравится, это то, что она не полноприводная. Ну, в принципе, и ценник у нее соответствующий. Там что-то в районе 20... Я не смотрел сколько, но... С учетом того, что заявка у нас до 24 на Мазду 5, а она аж со свистом влетает в бюджет, то я понимаю, что цена для переднего привода и 18 года, конца 18 года машина нормальная. Акцентирую внимание, что у нее пробег всего 17 тысяч. Все разъемы, которые можно было добраться среди проблемных, мы подобирали. Значит, по официальной версии машина эта уже приехала после специальной компании, которая занимается восстановлением утопленников. И действительно, все разъемы чистенькие, все разъемы смазанные. Нигде никакой окиси, все работает. То есть, да, у нее были ошибки давние, но сейчас эти ошибки, они все неактивные. Все связано в основном по тормозной системе, по дистронику, по датчикам АБС. Но они неактивные, они просто есть в памяти и есть. Но поехали на всякий случай проверять машину по дороге. Чем закончится, еще не знаю, но я думаю, скорее всего, что ее купят. Моя рекомендация — машину еще немного поторговаться, как всегда, и запросто ее можно брать. Друзья,
А вот теперь задам вопрос еще раз. А купили бы вы себе такого утопленника? Напишите об этом в комментариях. Ну, а с вами был Николай Тарануха, Киев, компания «Одинавто». Всем удачи на дорогах. Всем пока-пока.